Здравствуйте, это канал Максимадзе. Несколько месяцев назад я вам показывал, как устанавливаются моды на Hello Neighbor. А сейчас я покажу вам, как их фиксить. Я говорю про те моды. Игроки часто сталкиваются с такой проблемой, что вот некоторые моды они ставят, и у них в разделе модификации эти моды не отображаются. И вот как раз таки это коснулось мода, который мы с вами в прошлый раз играли, Hidden Secrets. Из-за этой проблемы этот мод не получил оценок, что у игроков не работает. Но тот скинул видео, но почему-то ссылка не удалось открыть. Я только с помощью сейв, расширение, которое помогает скачивать видео, смог посмотреть его только. Моды ставятся вот так, нажимаем подписаться, ждем, когда загрузится. Добавлен 8 июня, то есть совсем недавно. Вот он здесь пишет: я перестал работать над этим модом. Если мод не работает, то смотрите ниже в комментах. Очень жаль, что он перестал работать над этим модом. Я бы хотел полный подвал увидеть. Ну и, кстати, у этого создателя он вообще реально классный мод делает. У него там есть еще один мод с реалистичным стилем рисовки, который, я надеюсь, мы тоже с вами пройдем. Я люблю мод со старым стилем, со старыми текстурами. Надеюсь, что и вы тоже. Люблю моды, в которых есть дух пре-альфы и альфы 1. Все, загрузка прошла. Теперь давайте запустим игру и проверим. Итак, наша игра запустилась. Долгая загрузка была, поэтому пришлось обрезать. Вот. Я кучу модов, в особенности от этого автора, сюда накачал, но среди них не было. Нету мода, который вот этот Hidden Secrets. Он не отобразился. Вот, кстати, доктор Hello. Я смог его. С нескольких попыток он поставился. С нескольких попыток. Я не знаю, как я так умудрился. С нескольких попыток поставить получилось. Тут не работал что-то. Его как-нибудь мы с вами снимем тоже. Все-таки это мод, который победил в мод-контесте 2017 года. А значит, его нужно снять. И что ж. Что же делать, если мод не отображается? Значит, заходим мы в папку библиотеки Steam. У меня это Games. Вот здесь Steam Library, Steam Apps. Если не знаете, как найти эту папку, то можно нажать «Свойства», «Локальные файлы» и нажать «Обзор». Вот мы попадаем как раз-таки сразу же в эту папку. Ну-ка, если закроем, мы туда же попадем, да? Да, туда. Вот мы попадаем в папку с игрой и мод. Все моды лежат в этой папке. Вот, этот мод все же попал сюда. И что же нам делать, если он не работает? Если, кстати, этой папки нету, то создайте. И я напоминаю также, что это только для стимовской версии. Если она куплена в стиме, можно так ставить моды. Как я делал об этом видео. Короче, вот сам мод. И проблема заключается в основном в том, что вот этот вот файлик имеет название не такое, как называется папка. Тут название папки еще Demo Build 3. Ну, видимо, это как-то нужно. Ну и, короче, можно логично подумать, что можно просто название отсюда скопировать и переименовать папку. То есть убрать вообще просто вот Build 3. Но мне это не помогло. И автор так не рекомендовал делать. Иногда бывает так, что даже сам мод не попадает в папку после установки. Что же мы в таких случаях делаем? Сейчас я вам продемонстрирую. Workshop, вот здесь папка. Контент. Workshop — это та самая мастерская, откуда мы как раз-таки качали мод.
Вот. Вот он, этот самый мод. Смотрим по дате. В общем, сначала берем эту папку. Здесь этот же мод и находится. И копируем его туда же, в папку mods. И далее нам эту папочку нужно назвать так, как называется главный файлик уже в ней. Вот так вот. Берем и вот так вот вставляем. Hidden secrets. Точка uploaded, но это не надо. Только hidden secrets. Вот это. Короче, как вот с Hello Doctor вышло. Вот ставился мод Hello Doctor. Когда? Вот давайте сейчас я в мастерскую зайду и покажу. DR. Доктор Hello. Вот, короче, при установке он просит. Ой. Стой. Надеюсь, этот мод не уберется теперь. Короче, когда мы нажмем на кнопку, вылезет надписи. А, вот, даже здесь она появилась. Необходимые продукты. Вот он даже, автор специально прикрепил, чтобы решить проблему. Тоже попадаем сюда, качаем, подписываемся, и вот мы как раз таки оказываемся здесь. А когда я тем же самым способом делал, вот при запуске папка Доктор Hello появлялась даже после удаления. Появлялась, когда мы игру запускали. И мод почему-то не отображался. А вот когда я вот поставил только вот это вот отдельно. Когда я поставил только вот этот файл, тогда заработало. Немножко это как-то странно. Ну и ладно. С модом Hello Secret. Ой, это Hidden Secrets. Надеюсь, так не будет. Давайте посмотрим. Запустим игру еще раз и проверим. Итак, давайте посмотрим. Вот, видите, появилось. Появилось. Этот способ у нас сработал. Да, в отличие от Hello Doctor, здесь с первого раза получилось. С Hello Doctor немножко через жопу получилось. Ну, в общем, я не уверен, что этот способ будет работать абсолютно со всеми такими модами, не работающими с первого раза. И не работающими, не отображающимися. Но я проверил на двух, как вы поняли, и с ними сработало. С ними все получилось. Вот, пожалуйста. Мод, пожалуйста, этот мод теперь отображается, он установился. Обзор на этот мод я уже снимал, можете посмотреть на канале. Он был в прошлом, это было буквально прошлое видео. Что ж, очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Еще раз скажу, этот мод офигенный. Очень рекомендую для тех, у кого есть стимовская версия игры. Если нету, очень рекомендую к покупке, потому что пиратская версия Hello Neighbor, она как бы нам открывает только этот оригинальный сюжет, оригинальные дома все. А лицензионная версия, она как бы нам дает возможность устанавливать моды. А моды поднимают игру на совершенно новый уровень. Куча новых домов. Куча новых карт, может быть, даже режимов игры. И это реально очень классно. Это очень классно, ребята. Очень рекомендую купить. 515 рублей, это не так уж и много, я считаю. Учитывая, цена вполне оправдана, учитывая то, что такие моды классные ставить можно. Ну что ж, на сегодня все. С вас и Косписус, с меня эпичные видосы. Надеюсь, этот совет вам поможет. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.